В эти дни в Чебоксарах проходят встречи представителей судостроительной отрасли с руководителями ряда республиканских предприятий, чей потенциал может быть востребован в этой сфере. Основная тема – импортозамещение. Сегодня с ними встретился Михаил Игнатьев. У судостроителей есть потребности, у предприятий Чуваши и других регионов – возможности. О том, как свести это воедино в условиях санкций, говорили в Чебоксарах. У нас 22 числа было совещание, и ту работу, которую там определили, вы первыми получите некое предложение по освоению новой продукции, которая у нас там разработана. О, это тоже уже очень хороший, значимый шаг. Помимо желаний и возможности работать в этой сфере, у чувашских промышленников есть опыт. Участвуем в поставках Санкт-Петербург на Балтийский завод, на ледокол нового поколения, атомный ледокол нового поколения, распредустройством 6 киловольт. Планируем еще подписать еще два контракта на следующие два ледокола. Но это еще малая толика, и здесь потенциал очень большой для продвижения на этот рынок. Нам надо, конечно, выходить смело. Если беремся, то надо выполнить, конечно. Участники встречи отметили, судостроение – ниша перспективная. Даже в нынешней ситуации она обеспечена заказами.